Сегодня в нашем клубе «Спартак» проводится турнир ПК-1 при поддержке строительной компании «Армбуд». Несмотря на то, что сейчас лето, мы решили все равно организовать турнир по детям. Собралось не так уж и мало людей, около 100 человек. Будем стараться проводить чаще такие турниры. Участники турнира очень стараются, показывают яркие бои, несмотря на свой маленький возраст. Желаю им в дальнейшем показывать еще лучше бои. И, конечно, желаю им меньше травм и больше участвовать в соревнованиях. Мы очередной раз рады всех приветствовать в нашем клубе «Спартак». На такие турниры мы рады, что столько детей пришли. Мы рады увидеть их лица в радости и готовы еще раз быть полезным для таких турниров, чтобы радовать и спорт, и детей, и наш клуб «Спартак». Мы в дальнейшем тоже хотим проводить еще турниры, у нас будут в августе, в сентябре, мы планируем в декабре. Мы за развитие спорта и в Харькове, и в Украине в целом. Мы делаем все возможное. Двери бойцовского клуба «Спартак» открыты. Здесь дети могут участвовать, и не надо платить стартовые взносы. Мы всегда им рады, поддержим их, чем можем всегда. Также мы открываем новые бойцовские клубы в нашем городе, в разных точках Харькова. Поэтому будем развивать дальше спорт, чтобы наша молодежь, дети, наши малыши принимали участие и росли. И у нас есть поддержка сильная, «Армбуд» — строительная компания. Они поддерживают, финансируют для развития таких праздников. Для нас, в принципе, это большой праздник, что мы можем помочь детям развиваться в дальнейшем, что будем проводить большие турниры. Кроме как любительские, мы проводили большие спортивные профессиональные турниры. Дальнейшие планы — в этом году еще 3 турнира провести международные. Поэтому все у нас впереди, все получается. Идем дальше. Всем спасибо, кто пришел, поддерживает.